Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Xiaomi Mi 11 Ultra. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить таймер камеры. Для этого мы открываем приложение камера. В правом верхнем углу нажимаем на три полоски. И нажимаем на таймер. 3 секунды, 5 секунд или 10. Например, 5. Затем нажимаем на кнопку затвора. И видим, что идет 5-секундный отсчет перед тем, как сделать снимок. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.